Сочи будет развиваться по-другому. Хаотичные высотные здания, которые часто портили внешний вид курорта, останутся в прошлом. Согласно правилам землепользования и застройки, депутатами были приведены в соответствии с генпланом некоторые земельные участки, на которых отныне не разрешено возводить высотки. Изменения вносились с учетом материалов для новой редакции генплана курорта. Теперь строить в Сочи будут с учетом интересов города. Будет подготавливаться планы детальной планировки территорий, крупных территорий, где будет и жилые дома. На этих же территориях будет предусматриваться в обязательном порядке школы, детские сады, магазины. То есть вся структура, которая... Вот если такой участок есть, где можно все эти объекты разместить, зеленые зоны, спортивные площадки, паркинги, которые... Вот тогда только можно рассматривать вопрос. Двигаться в сторону мегаполиса, по словам Виктора Филонова, недопустимо. Сочи должен развиваться исключительно как курорт в городе. Утверждены новые правила благоустройства, за исполнением которых назначен муниципальный контроль. Порядок вот проведения этого контроля, чтобы не было жалоб, и самое главное, чтобы они имели реальный конечный результат. Если кто-то нарушил, то должен он все же заплатить либо предупреждение, а потом заплатить штраф. Этот штраф должен поступить в бюджет города Сочи. Проголосовали сегодня депутаты за внесение изменений в устав города согласно изменившемуся федеральному законодательству. И в завершении финансового года перераспределили бюджетные деньги в рамках поступивших средств из края. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Здесь